Амбову школа номер 12, адрес Казамасова 5. Проходит учебная эвакуация. Условное возгорание, кабинет 316. Весь сентябрь в школах города проходит учебная эвакуация. На место приезжают сотрудники МЧС, проводят с детьми беседы и на практике отрабатывают действия при пожаре. Не реже 2 раз в год мы проводим такие тренировки, чтобы дети и сотрудники общеобразовательных учреждений знали, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях при пожаре, чтобы были отработаны свои действия при пожаре сотрудников, и чтобы дети без паники покидали горящие помещения, если вдруг такое случится. Все по-настоящему. На территории школы появляется пожарная машина. Сотрудники МЧС выполняют первичную задачу – эвакуируют тех, кто остался в здании, и готовят к работе все необходимые инструменты. А после устраняют очаг возгорания. Сотрудники МЧС отмечают, что все ребята с заданиями справились хорошо, а сами ребята оценивают эвакуацию на отлично. Больше всего им понравилось наблюдать за пожарной машиной и тем, как сотрудники МЧС оперативно выполняли свою работу. Было видно, как пожарные доставали шланг, начали поливать. Было очень хорошо то, что это было не на самом деле. Было бы очень страшно, если бы это была правда. Я, конечно, знала, что это учебное, но было чуть-чуть страшновато, потому что я представляла, что думала, что это как будто настоящее. Было бы очень страшно, если бы это была бы настоящая тревога. В следующем месяце сотрудники МЧС проведут профилактические встречи в детских садах. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.